сестры, всех приветствую, благословляю им Господним. А с берегов Невы, Санкт-Петербурга, северной столицы, всех вас приветствую, друзья. И сзади вы увидите Исаакиевский собор, собор Исаакия Далматского. Это историческое место. Этот собор в 20-е годы был таким центром православного обновленчества, православной реформации. Да, здесь был настоятелем Александр Боярский. Это дедушка нашего известного артиста театра и кино Михаила Боярского. И тогда события 1920-х, когда Александр Боярский здесь настоятельствовал, это был момент переломный. Он, в общем-то, как реформатор, известен еще задолго до того, 20-го года, потому что, будучи священником в Колпино, потом уже на Ижорском заводе в Колпино тогда, это было далеко тогда от Петербурга, от Петрограда, но именно в Колпино, на Ижоре, и здесь, вот на Неве, в Петербурге и Петрограде, в 1916, 17 и 18 и даже 19 году он возглавлял союз прогрессивного духовенства мирян, а также союз церквей древнеапостольских таких. Вот. И Александр Боярский возглавлял союз прогрессивного духовенства и мирян, еще так назывался он в те годы. Это в Колпино и впоследствии здесь, в Петрограде, в этом как раз храме. В храме Исаакиевском соборе. Так что до самого закрытия этот собор был таким духовным символом, что ли, центром православной реформации, православного обновленчества. Благословляю всех вас с берегов Невы, от Исаакия Далматского. Благословляю во имя Господне.